Вот такая у нас сегодня на улице метель. Все замело. Настоящая зима. Только надолго ли это? Через пару-тройку дней передают плюс 8 градусов. Так что, скорее всего, все это растает. И опять будет слякоть, опять будет грязь. И когда только все это кончится. Привет, друзья! Сегодня у нас на улице настоящая зима. Метель. Снег, правда, мокрый, можно идти играть в снежки или лепить снежную бабу. Но мы с вами не пойдем играть в снежки. Мы с вами будем делать что? Мы с вами будем делать боковой кивок для летней удочки. Как говорится, готов сани летом, а телегу зимой. А чем заняться долгими длинными вечерами рыбаку? Конечно же, приготовлению к рыбалке, приготовлению к сезону. Тем более, что сейчас, сегодня у нас 15 декабря, а на реке еще не стал лед. Постоянная оттепель, и в дальнейшем на следующую неделю передают до плюс 8 градусов. Так что на зимнюю рыбалку пока походить возможности не было. Будем готовиться к летней. Так, кися, иди погуляй. Так, друзья, а имеем мы вот такую вот пластиковую стяжечку. Они бывают разных размеров. Вот я приготовил два кембрика. Это обычные кембрики для изоляции проводов. Ну, я обрезал их примерно так, миллиметра по три. Да, на кончике стяжки я иголкой прожег дырочку. В видео, которое я смотрел на ютубе, был сделан тюльпанчик из проволоки. Но я решил тюльпанчик не делать, а прожечь дырочку. И вот такая удочка. Акума телескопическая. Ну, удочка чисто для примера. На кончик я уже намотал изоляцию. Можно, в принципе, не подматывать, но я думаю, с подмотанной изоляцией будет половчее. Все-таки кончик тут тоненький. А так изоляцию подмотал, и зажать будет получше хомутик. Сейчас хомут зажмем. Зажать можно под любым углом, потому что он потом поворачивается так, как нам будет нужно. Так, хомутик зажали. Сейчас кембрики оденем. Ну, леской оснащать я не буду сейчас, в данный момент все это, в принципе, ни к чему. Тут самое главное, вот. Самое главное — кивочек. Все. Буквально 3 минуты, все готово. Вот что у нас получилось. Вот такой вот кивочек. Так, сейчас на черном покажу, на черном лучше будет видно. Вот так. Вот кивочек зажат на подмотке из изоляции, два кембрика и на конце дырочка. Все. Буквально все это делается за секунды. Как, конечно, он себя будет вести, об этом сказать не могу.
ничего, потому что вот делаю только именно из такого материала кивок первые. Так что будем ждать весны, а весной уже протестируем, попробуем. Но самое, что интересное, самое заманчивое, что очень быстро делается, стоит копейки эти пластиковые затяжки, они недорогие, и они разной длины бывают, разной толщины, кого какие устроят, кому какие понравятся. И убрать потом его взяли, ножом срезали, изоляцию смотали и все. Так что вот так, друзья, получилась вот такая вот у нас удочка с летним кивочком, с боковым. Весной будем этот кивочек тестировать, посмотрим, как он себя поведет. Ну а сейчас всем пока, не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки. Удачи, друзья!